такая меланхоличная деревня, спит в тумане. Здравствуйте, а подскажите, где тут школа? А вот так прямо и поверните этой самой направо. Учиться нравится. И начались уроки, учимся. Привитание. Встали. Раз, поднялись, потянулись. Пять, руками помахать. Шесть, за партой, тихо сесть. У нас зараз урок белорусской мовы. Настя, читай. У першым складі перад націскам саснавы кілака. Дзяўчонкі мае працуюць, стараюцца, малайчынкі мае. Мне нравится школа, потому что тут весело учиться. И на переменах хорошо бегать. Я ума от этой игры. Нас какой звать? Нас на 5 лет. Сюда, ходи, Мухтар. Мухтар. Так она муха или Мухтар? Ну, муха. Здравствуйте, детки. Здравствуйте. Ну что, мы с детьми пока разденемся. Раздевайтесь, проходите. Ух ты, какой дым там прям стелится. Да? Так, вот у нас налито кефир. Значит, сюда мы добавляем 2 яйца. Убиваем. Ты так. О, ну, крути я. Ну, чтобы она просеивалась. Сыпь так. Побольше, побольше. Хорошо. На, взбивай. Хай уже, чтобы мальчик поучаствует. Детки хорошие. Какой огонь, Юра! Так, вот тут я еще на серединку, а то тогда плохо. Вот, запекся, не хают. С этой стороны еще мы печем. Потом точно так же, пока, видишь, горячая она стоит. На, держи. Ну как? Вкусно. Вкусно. Очень вкусно. На жаль, наша молодь сапраўды ведае, што такое карпаччо, што такое чыпсы, але не ведаюць, што такое верашчака, што такое талакно. А гэта ж наша спадчына. Гэтым жылі нашы продкі, і гэта веды, якія павінны быць перададзены наступным пакаленням. Вот так.
Она сейчас поджарится тут. Вот так. Ага. Сделаем мужчи. Отлично будет. Юра, вкусно? Нет слов. Кроссворды буду разгадывать, а вы мне... Ну, глядите, сколько я уже нагадала. Папа Буратино. Карла. Певец Михайлов. Стас, да? Стас Михайлов. Школа хорошо. Клуб теперь его на месте. Магазин есть. Амбулатория. Жить можно. И блины у вас вкусные, Любовь Антоновна. Значит, все ничего, правда? Есть чего печь и кому есть. Так что все хорошо. Пашем. Хорошо работает. Ну что, деревня как деревня. Во, живем, хлеб жуем. И ладно. Красиво, правда? Ну вот, куры у нас есть, поросята у нас есть. Ну, здесь два поросенка, и там еще свиньи есть у нас. Вот еще здесь. Еще здесь маленькие поросята. Три поросенка? Да, три поросенка. Да, маленьких, да. Нуф-нуф, наф-наф. И ниф-ниф. Это точно. Она чуть не сшибла меня. Я и ждал, смотрю, наготовится. Ну, сейчас полетит. Наши родители вообще с Белоруссии родом. Кармянского, ну, с Гомельской области. Уехали на Целину. Жили там. Да. 20 лет там жили. И потом мы уже приехали сюда, на их родину. Внуки, дети. Так что мы богатые. Родители у меня еще живые. И мама, и папа. Вот у них будет 20 числа изумрудная свадьба, 55 лет, как они вместе живут. Жить, сколько Бог нам даст, что будем столько жить. На следующий год деду уже 80 лет. Да. Да, на следующий год в апреле 80 лет. Ну, вот такой беспоцеловый я живу. Давай поцелуемся.